Это открытие кейсов на сервере gamelix.pro. Шаришь? Шарите? Шарим, шарим, шарим. Давайте, 3, 2, 1. Вы не можете использовать это здесь, а вот теперь могу. Открываем кейсы. Ты доллара, куча еды, куча еды. Ну что вы затихли, давайте, давайте. Просто дикий сервер, ребята, IP в описании. Мне в основном деньги падают, слушай. Деньги, еда, деньги, еда. Что происходит? Что происходит просто? Ты не умеешь лукать, я. Все, все кейсы открыл, ребят. Все, спасибо за уканье, моя стая, дорогая. Давайте в костер. Ну тут костер, все. ПКМ, F5, лайк на видео, сабскрайб на мой канал YouTube. Как быстрая кампания случайных событий. У меня это спать надо, нет. Погнали быстрее. Надо поспать, чувак. Это GG. Пока спешка. Не, все, GG, надо спать. Быстрее. Надо спать. Нужно спать. Капец. Тут кровать не очень далеко, поэтому нормально. Я считаю. Вот это крутая спешка, офигеть. Просто чекайте, просто чекайте. Скриньте, ребят. Это флайхак. Читы на стеймкрафт. Все, пропала спешка. А не пропала. Все, ой, теперь пропало. Надо в туалет, пацаны, сгонять. Где туалет? Слушай, это было очень классно. Это было очень классно, дорогие друзья. Просто лайк за спешку. Это было офигенно. И тут система опыта такая необычная на самом деле. Давайте левелапнем, сразу туда левел. Shift PKM нажимаем, ребят. Прокачка уровней, прокачка. Shift PKM, прокачка уровней, прокачка. Все. Так, надо, значит, знаешь, что сделать, кикник? Не кик. Пистонариум, пистончик. Дорогие друзья, это мой подписчик Пистончик, поздоровайтесь. Бустер и колбустер. Навсегда? Нифига себе. 25 тысяч долларов навсегда. Офигеть. Так, все, ребята, это пахнется сюда. И копаем стон. Тут есть квесты, ребята, тут есть квесты. Пока я выполняю квест. Так, апгрейд. Нам нужно сколько? Нам нужно 200 камня. Копаем камни, ребят, со спешкой. Так, ребята, мне, блин, вот такая вот незадача, блин, сложилась, ё-моё, срочно бежать на спаун, срочно. Вы сами видите, что написано в графе «Нужда справа на экране». Срочно бежим. Тейл, спасай, спасай, Тейл, нам нужно срочно бежать. Нет. Тейл, давай быстрее, бег, подталкивай, давай, пинками просто, давай, подталкивай нас, давай, ты сможешь, ой, Тейл смог, ребят, без Тейла мы бы не смогли на самом деле. Давай, яблоки, пока что только когда падает. Так, надеюсь, кишка топовая на шотку будет какая-нибудь. Вот, поэтому, ребят, сейчас мы продаем камень. Оп, продали, 12 баксов, слушай, очень мало, вообще очень мало. И продолжаем копать, короче говоря, камень. Просто копаем камень. Надо, кстати, чекнуть, сколько нужно камня для улучшения уровня, потому что я реально не знаю. Сколько нужно камня для улучшения уровня. Вот это печально, на самом деле. Тут люди все со спешкой копают, то есть они все эффекты покупают, спешки, и просто копают. Мне нужно тоже улучшить кирку и копать со спешкой. А, на самом деле там нужно, ребят, гораздо больше блоков, чем у меня есть. То есть я апну до каменной кирки, а там она будет без эффективности, она будет очень медленно копать. А мне нужно с эффективностью, чтобы апнуть сразу на через один ап. Вот так вот. Хотя бы на эффективность один, потом уже со спешкой будет нормально копать.
Вот, поэтому надо сейчас, ребята, блоков в хорошем количестве накопать, чтобы апнуть кирку так благополучно, и все будет нормально. Ну, видите, тут угля очень много попадается, это хорошо, объективно это хорошо по деньгам, но по ляпы это, конечно, не очень хорошо. Тут, видите, железо, даже золото попадается. То есть тут на самом деле много всяких интересных металлов, железо. Много железа, потому что такой шанс выставлен на шахте, это круто. То есть вы можете, в принципе, на этой шахте подзаработать довольно-таки, если у вас хорошая кирка. Вот, но я думаю, если у вас хорошая кирка, вы будете на следующих шахтах зарабатывать такие большие суммы. А точно не на этой. У нас пока что 0 сливов, ребят, но это и не странно, потому что у нас 3 левел всего лишь, тут еще некого сливать. Разве что только нас. Разве что только нас. Так, раскапываем. Так, камень у нас получился. Все, давайте посмотрим апгрейд. Апгрейд, что там нам нужно? Нам нужно 1600 блоков, то есть пока что нам не светит апгрейд. Но мы можем купить спешку. Тейл, понимаешь, мы можем купить спешку. Это нам что-то даст, наверное. Наверное, это нам что-то даст. Когда-нибудь. Кикник вошел, смотри-ка. То есть у нас толкотелый появился. Толкат, пистончик толкат. Each time of year carries memories, like a never fading whisper in the breeze. Oh, we will keep on changing all over again. Yeah, we will keep on changing, just like another season. Нам нужно, наверное, 400-200 камня, ребят, чтобы, собственно говоря, апнуть сразу на эффективность 1 кирочку. И это уже будет копабельно. То есть можно уже будет копать с этой киркой. А пока что у нас деревянная эффективность 3, и мы только с ней можем копать. Потому что все остальные кирки медленные по сравнению с нашей. Реально. Ну, так и есть, ребят. Так и есть. Так, в этом месте тоже раскапываем. И у нас тут что получается вообще? Мы просто тонны камня выкапываем просто. Кикает спидмайн, он да-да-да. Ага, вот это шок. Знаешь, это как зависимость, они все не могут от нее освободиться, они смотрят аниме и смотрят. Знаешь, смешарики, фиксики там всякие. То есть они не могут освободиться от этой зависимости, на самом деле. То есть это надолго, понимаешь? Шаришь. Аниме неизлечимо. Да. Это как кашель. Вроде сироп пьешь, да? Они помогают. Только хуже становится. Да ладно, ребята, надо срочно, говоря, что сделать, надо поспать, написано, спать надо вообще. То есть персонаж у нас очень часто спит, слушай, вообще нереально. Но это и хорошо, по-моему, то есть надо, конечно же, освобождаться от игры на какое-то время. Так, давайте поспим. Давайте поспим. Так, вы хорошо поспали, все, ребята, это годно. Сервер очень годный, ребята, тут есть Prison, GTM, GDCraft, вообще все есть, по-моему. Заходите играть, SkyWars тоже есть. Ссылка в описании на сервер, ребят, на группу ВКонтакте, на сайт. Также IP-адрес, переходите, играйте, ребят. Всем удачи, пока-пока.